Скажите, девушки, подружки вашей, скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что нежной страстью, любовью к ней пылаю. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Очей прекрасных огонь я обожаю. Ксенофонт, здорово. Привет, Фома. Ты не помнишь, кому я вчера дрова привозил? Мне. А потом чего? Потом посидели. Поправишь? Присаживайся. Ты что, без штанов? Пятно посадил. А завтра выступать будем. Послушай, скажите, девушки, подружки вашей, что я ночей не сплю, о ней мечтаю. Неаполитанская. Ничего. А Зазулин говорит, патриотизма маловато, зато вторая вещь чисто патриотическая. Валяй. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Эх, поменем, что ли, Ильича? Какого? Обоих, царство им небесное, не чокаться. А Брежнева хоть обратно откапывай. Жили, не тужили. Говорят, челюсть вставная была. Челюсть, может, и вставная. А бабу свою на самолетах по заграницам не раскатывал. А нынешние депутаты чего? Чушь одну по телевизору несут. Лучше бы они несли яйца. Правильно. Возьмем зайца. Где нынче заяц? Удобрения сыпем, мыши не найдешь. Речка есть, рыбы нет. Почему? Да какая речка? Кура вброд перейдет. А раньше баржи таскали. Ну, насчет куры ты зря. Зря не зря. А на своем тракторе я ее в любом месте перемахну. Остынь, Фома. Перемахну. Доказать? Ну, докажи. Не доказать? Докажи. Не доказать? Докажи. Пойдем? Пошел! Вместе перемахнул.
Так. Ну хорошо. Ты зачем туда попер? Мозг же есть. Ну? Попробовать хотел. Чего попробовать? Перемахнуть. Так мост же есть. Есть. Ну? А если я с тебя за ремонт выдеру? Баба загрызет. И правильно загрызет. Тебе и надо сгрызть. Ты зачем туда попер? Можешь объяснить? Попробовать хотел. Чего попробовать? Перемахнуть. Так ведь больше есть. Есть. Ну? Долго копаться будешь? Дня три. Там вода в поршневую попала. Пошел вон. Че? Я говорю, вон пошел! Ага. Водолаз! Гребаный! Как ты умудрился трактор в реку опрокинуть? Камень под колесо попал. Вино тебе в глотку попало, а не камень. Ты что дерешься? Я дерешься. Зальет глаза и море по колено. На Лехином пока поезжу. Завелась из-за железяки. Все равно Леха сидит. Скажите, девушки, подружки ваши, что я ночей не сплю, о ней мечтаю, что нежной страстью, как цепью далеко. Я? Да, да, вы. Я сдамся, а ты дышло приподними. Понял. Значит, суй палец. Ну, это ж понятно, что палец металлический шкворень. А ты знаешь, кого ты изуродовал? А? Ты главу области без указательного пальца оставил. Жалко, конечно. Жалко? А когда ты палец трактором ломал, чем думал? Ты же изуи трактор. Трактором? Палец? И кому? Кому? Ну, давай по порядку. Как на духу. Все как было. Ну, давай.
Ну что, я ему говорю. Угу. Суй палец. Угу. Ну, сунул. Так дальше, а? Ну, я дернул. А оглянуться лень было? А? А если бы он другой палец сунул, ты бы тоже дернул? Какой другой? Которым тебя делали. Но не доделали. Значит так. Звонили из района. Дело на тебя заводят. Пойдешь под суд за умышленное членовредительство. И учти, я тебе такую характеристику напишу. Всем чертям тошно будет. Понял? Я же ему палец, а не член. А палец это тоже член организма. Суши сухари. Клау жалко. Вспомнил. Такая женщина. И как она тебе терпит, ума не приложу. Такая работница. А? Значит так. Поедешь в область. Любыми путями пробьешься на прием к товарищу Басурманову. Упадешь на колени и будешь молить о пощаде. Понял? Пока дело не раскрутилось на полную катушку. Понял. Понял? Вот. Бери бумагу, пиши. Что писать? Заявление пиши. 2 дня за свой счет. К врачам на обследование, боль в животе. В животе? В заднице, боже мой. Тебя устроит? Например. Отвернись. Подожди. Вот так вот. Угу. Нормально. Даже так не видать. Угу. Сверху еще штаны совсем хорошо. Не заметно. Только сразу деньги не предлагай. Издалека подъехай. Мол, не хотел, нечаянно получилось. Ой, ну понятно, что ты? Ну, давай я потом утром положу. Фома. Клава. Отдай деньги. Отдай. Клава, тебе. Фома. Ну, не балуй. Клава. Клава. Ой, Фома, я же в тапочках. Кому? К товарищу Басурману. Палец я ему трактором чуть навредил. Вот, извиняться приехал. Вы записались на прием? Хамад Ракин я, механизатор из Крутой Осыпи. Дело на меня уголовное завели. Посадить могут. Ваши документы. Да? Механизатор? Угу. Широкого профиля. Погуляй 10 минут. Понял. Товарищ майор, сержант Ударев. Тут какой-то странный тип. Прошу вызвать наряд. Что пишут? Мору. Не узнаешь?
Крутой особи я. Фома Дракин, механизатор. Это я с товарищем Бусурманом тележку цеплял, когда ты с колесом на обочине возился. А я гляжу, вроде физиономия знакомая. Какими судьбами? Да дело на меня уголовное завели. Могут посадить за членовредительство пальца товарища Бусурманова. Приехал вот пощады просить. Не пускают. Просили погулять. Чудак. К нему директора заводов неделями попасть не могут. У него каждый день по минутам расписан. А как же быть? Я ему деревенского гостиничка привез. Жена собрала. Окорок домашний. Утка вот, лучок. Окорок, говоришь? Ну да, варенье. Маслят литровка. Маслята, говоришь? Значит, окорок. Ну да, домашний. Пошли. Это идем, второй. Вот иду. Значит так, вон та дверь к нему в приемную, а вот это в туалет. Зайдешь и будешь ждать. В туалет, что ли? Ну да. И долго? Как повезет. Вообще-то он часто бегает. Машинка. Автоматик? Да я смотрю. Интересная штуковина. За граница. Здравствуйте. Здравствуйте. Болит. Вы меня не узнаете? Это же я вам тогда, свой палец. Вы? Я? Откуда вы здесь? Через задний проход. Приехал прощения просить по поводу членовредительства вашего пальца. Дело на меня завели. Какое дело? Уголовное. А я ему говорю, сходи за хлебом. Не пошел. А с хлебом-то нас так не развезло бы. Угощайся. Людочка, ага. Я занят. Хорошо. Прошу. Спасибо. Значит, уголовное дело завели. Лизоблюды. Никак в Фомании живем, рецидив сталинщины. Понимаешь? Хлебом их не корми, дай только... честного труженька за решетку посадить. Вот именно. У нас недавно Леньку, честного труженька, тоже посадили. А его-то за что? А ни за что. Бабу маленько погонял. И только? Соседи вступились, их тоже погонял. Чем? Оглобли. Наряд из района вызвали, их тоже приголубил. Что, милицию? Ну да, их всего 3 штуки приехало. Сейчас лежат в больнице, поправляются. Алёха, честный труженик, сидит ни за что. Ничего не воровал. Но это же совсем другое дело, Фома. Это же чистая уголовщина. Да какая уголовщина? Мужик бабу воспитывал. А глобли, сопротивление работникам правоохранительных органов? Так не лезь.
Мало ли чего у мужика с бабой не заладилось. Ну, хорошо. Фома, а как идет у вас земельная реформа? А никак. Что значит никак? Понимаете, товарищ Басурманов, нам бы застой взад вернуть. Ошибаешься, Фома. Застой — это же экстенсивный путь развития экономики. Всеобщее обнищание, разбазаривание недр и ресурсов, коррупция, взяточничество. Это есть. Да не есть, а было! Было, Фома! Правительство мучительно ищет выход. И мы обязательно его найдем. Обязательно. Так мужики говорят, есть два выхода. Ну-ну. Один фантастический, другой реалистический. Так-так. Реалистический — это дождаться, когда прилетят к нам гуменоиды и поднимут нас на ноги. А фантастический? А фантастический — это самим вставать на ноги под вашим руководством. Какой неблагодарный все-таки у нас народ. Вы? Так точно. Каким образом? Через задний проход. Проход? Покалякал с товарищем Басурмановым. Хороший оказался мужик. Дело уголовное обещал прекратить. Я ему денег предлагал. Клава в трусы зашила. Не взял. Честный человек. Уважает простого труженика. Ты его как следует охраняй. Девочки, посуду неси. Ну, что там, в деревне? Жить можно. Можно. А ты знаешь, кто я? Кто? Ракетчик. А говорил Шинного? Да. Господаться. Ну, давай. Будешь? Можно. За дружбу нашу. Вот так, дружи. Я тебе, родной, скажу, что вообще нельзя никому говорить. Вызывает нас сам Ельцин Борис Николаевич. Ну, у всех, конечно, прединфарктник. Но он говорит, почему ракеты плохо летают. Ну, меня сразу командируют на космодром. Я прилетаю в штатском. Все генералы по стойке смирно стоят. Я говорю, вольно. Почему ракеты плохо летают? Молчат. Я говорю, всех дисбат. Ты же сам
Заряжай! А я на своем тракторе через реку, хоть бы хны. Зачем? Зачем трактор? Я тебе ракету дам. Лети через речку с одного берега на другой. О, ты кто? Механизатор. Будешь космонавтом? Буду. Давай, я сделаю, слово тебе даю. Ну, будешь космонавт 481. У них у каждого свой номер. Буду. Мне только надо Клаву предупредить. Ну, Клаву. Клавочка будет вторым пилотом. Я сделаю. Мы с тобой. Знаешь, как заживем? Я сейчас немного подзавяжу, в себя приду, дайте поцелуй. Я его вечерами вязала для тебя, моя добрая мать. Я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать. Я готова тебе, дорогая, не платок, даже сердце отдать. Чумаков! На выход. Живей, живей. Ну? Саня, ты куда? Двигай, двигай ножками. Ну, давай, пошел. Это точно. А вы кто? Фома Дракин. Механизатор из крутой осыпи. А почему здесь? Почему не в поле? Где ваши чувства хозяина? Почему не пашешь и не сеешь? Пасюна, закончилось. Сейчас я на кос. А почему не косишь? Животноводство в упадке. Не хватает кормов. Сокращается поголовье. Падают удой. Страна в анусе. Где страна? Абакумов Зарайский. На выход. Повеселей, повеселей. Товарищи, товарищи, вы все будете свидетелями. На ваших глазах происходит нарушение Хельсинкского соглашения. Конституция гарантирует неприкосновенность личности. Я требую прокурора. Я тебе дам прокурора. Ты нам что на прошлой неделе обещал? А ну, пошли. Пошли. Как вы обращаетесь с постоянным клиентом? Руки! Я буду жаловаться прокурору. Вчера я, кажется, пел. С утра, может быть, и пел. Но когда к нам привезли, ты даже хрюкнуть не мог. Кобзон. Мелочь, ключи, часы. Распишись.
Бумаги отправим по месту работы. Штраф уплатите по месту жительства. Свободен. Шкварко, где ты там? А деньги? Какие деньги? Ну, у меня были деньги. Клава в трусы зашила. Какая Клава? Моя жена. Передавай привет. Трусы на вас? На мне. Свободен. Товарищ, вы куда? Оплатить. За что платить? За услугу. Читать умеешь? Платный туалет. Так мне по-маленькому. По-маленькому, по-большому, без разницы. Приспичить заплатишь. Уже приспичил. Да? Пожалуйста. Отрезвитель я залетел. Понимаешь? Понимаю. Мелочь вот. Прошу. Возьмешь? Проходи. Я не проспится, дурак, никогда. О, с облегченцем. Слушай, а пальма в туалете зачем? Для удовольствия клиентов. А попугай? Клиентов развлекать. Спасибо. Хорошо зарабатываешь? Не жалуюсь. Я тут по найму. А хозяин кто? Коммерческая тайна. Башковитый малый. Рынок? Товарищ, вы сделали свое дело. Не мешайте другим. Послушай, дед, выручи, а? Чего? Купи часы. Нет, нет, не хочу. Сколько хочешь? Ну, договоримся. Все, нормально все. Переговорил с товарищем Бусурмановым. Да? Все, обещал дело закрыть. Ой, ну и слава богу. А что ты накупил? Туалетная бумага. А что ж так много? Мы же газеты выписываем. Клава, дело я свое решил открыть. Какое дело? Увидишь. Заживем, Клава, теперь. Крепко заживем. Пальто тебе новое справим. У старого воротника совсем повылазим. Сапожки возьмем. Туфельки на каблучках. Бусы янтарные. Себе мотоцикл возьму. Двухцилиндровый с коляской. А деньги он взял? А, взял, конечно. Нормальный мужик. Клава, часы мои ему понравились. Пришлось подарить. А, да бог с ними. Новые купим. Пить я бросил, Клава.
Сбылась мечта идиота. Не веришь. А зря не веришь. Дело я решил открыть в деревне. Свое. Платный туалет. Суду, конечно, мы тебе дадим. Нет вопросов. Надумал строиться, стройся. С цементом и шифером наверняка будут проблемы, но главное – желание. Так желание есть. А с другой стороны, если нижние венцы подрубить, в твоем доме век вековать можно. Да дешевле будет. Ты подумай. Понимаешь, тут такое дело. В общем, не дом это. Сарай? И не сарай. Баня? И не баня. Ну? Туалет. Туалет? Туалет. Теплый, 6х8, из бруса. Шесть на восемь? Ну да, на цементном фундаменте, под шифером. Делаешь? Что ты мне тут мозги компостируешь? Я-то думал, что за ум взялся. Строиться надумал. Так надумал. Уходи, Фома, не доводи до греха. А? Да как насчет суда-то? Привет, девки. Привет, Фома. Клав. Вот сюда. Ну, подожди. Ну что, дал? Отказал, гад. Ну и слава богу. Завтра снова в город поеду. К товарищу Басурману? Нет. Не угадала. Коммерческий банк. Как? Не волнуйся ты, Кло. Я завязал. Ведро мне принеси. Вы понимаете, господин Дракин, банку нужны гарантии. Кто может выступить вашим гарантом? Я сам. А если дело прогорит, что прикажете с вами делать? У меня есть баня, дом, огород, сарай, скотина. Затея, конечно, любопытная. Но в случае банкротства все ваше имущество, включая дом, огород, скотину, баню, отойдет банку. Вы отдаете себе отчет? Отдаю. Мы подумаем. Я не мечтаю. Перекури, Фома. Пупок надорвешь. Здоров, сосед. Сынушки, подружки ваши. Идем, Жилю. Свежак? Нет, Светофонович. Кури. Ё-моё,
Двойной перегон. Для себя делал. Все. Завязал, Ксенофонович. Скажи честно. Че ты задумал? Неужели и вправду сортир? Сортир. Шесть на восемь. Это ж с ума сойти. Че, нормальный размер. И неужели ты думаешь, что мы всей деревней будем к тебе гадить ходить? Будете. За деньги? За деньги. Мама, куда выгружать? Давай, давай туда, к забору. Понял. Совков, ты бы лучше меня с Клавой на заваленке. С Клавой неинтересно. Зачем прокурору твоя Клава? Скажи мне на милость. Какому прокурору? Районному. У меня вопрос. Откуда деньги на строительство? Суду взял. Где? В коммерческом банке. Под процент. Врешь? А чем мне врать? Документы дома в комоде лежат. Запомни, Фома. Я это дело так не оставлю. Давай, давай, строчи свои жалобы. Тебе не привыкать. Ты кому помогаешь? Кому ты помогаешь? Он же всю деревню решил дураками сделать. Это еще до него было сделано. Ты мне это брось. Откуда груз? Со станции. А что это у тебя в ящиках? Мрамор. Мрамор? Красивая штука. Он что, нужник строит или мавзолей? Ему клиента привлечь надо. Мавзолей из мрамора. Так вон какая очередь. Ты над чем издеваешься, паразит? Над святым делом издеваешься. Ты что? Ленина! Не трожь, молокосос. Стоп, подай. Стоп. Хорош. Ты чего? Порядок. Здорово, мужики. Здорово, если не шутишь. Дерните, разобьете. А его и надо разбить, Картава. Статуй все-таки. Ну и статуй. А прятаем только сборкой. Вась, давай. Стой, стой! Мужики, выпить хотите? Ставлю по литру. На брата. По два. Давай по два. Я сегодня добрый. Зарегистрировал устав малого предприятия. По два с половиной. А не ублюетесь? А ты за нас не боись, делава. Скажи только, что делать. Скажу. Что-то от Митьки долго писем нет. Хоть бы все ладно было. Служба есть служба. Чего ты переживаешь? А вот кислую шерсть из нее там повыбьют. Фома, вдруг парашют не раскроется? Запасной есть. Вот я все думаю. Против кого мы такое войско держим? Политика. Политика. Разве бы этих политиков, их что, сыновья тоже
с парашютами прыгают. А его никто туда и не туразил. Сам захотел. Ой. Ой, Фома. А вдруг эти неоны не загорят? Да загорят, загорят. Ну, сам 100 раз пробовал. А мы же такие красивые, с завитушками. Спать будешь или нет? Деревня Крутая Особь. Сегодня здесь происходит грандиозное событие. И главный виновник этого события Фома Тимофеевич Дракин. Фома Тимофеевич, что за событие происходит? Здрасте. Здрасте. А событие-то? Да открываю вот частное предприятие по оказанию кое-каких услуг. А что за предприятие? Платный туалет. Ну, а почему туалет, а не казино, например? Ну, эта мысль-то, она мне, понимаете, родилась с похмелья после вытрезвителя. Ты что? Вот чего? Ну, вот здесь, Крутые Особи, трудно, наверное, было открыть вот такое малое предприятие. Конечно, трудно. Честно говоря, у нас же дурноватое государство. Пока все бумаги оформишь, пока зарегистрируешь, откроешь счет в банке, да получишь печать, да ни одни сапоги стопишь. Вот. А везде же сидят крючкотворцы, и каждый так и смотрит, чтобы ее подмазать, понимаете? Иногда такое желание, взял бы оглоблю, понимаете, и как бы всех их это к ел. Ну, понятно. У вас такое важное событие сегодня. Вы, наверное, волнуетесь. Я? Да. Конечно, переживаю. Я вот знаю, что вы доярко работаете. Сейчас еще такое предприятие открыли. Тяжело, наверное, будет. Тяжело. Ну, работа это одно, а то, что мужу сейчас придется помогать и суду погашать, и потом, если народ пойдет и туалет убирать, конечно, тяжело. У вас сын в армии служит? Да. А вдруг он увидит нашу передачу? Вы можете ему что-нибудь сказать? Хотите? Туда, на камеру нужно смотреть. Митя, сынок, служи хорошо. Слушайся командиров. Ешь, что дадут. На фотокарточке ты очень исхудал. Исхудал, да. Если не раскроется парашют, ты сразу доставай запасной. Не жди, когда об землю стукнешься. Папа сейчас не пьет. Сынок, мы тебя очень ждем. Мы по тебе очень соскучились. Приезжай скорее. Я пирогов с капустой напеку. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Благословен Бог наш, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Глянь, помада, как меня пригрели. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, скажите, и часто вам приходится финансировать платные туалеты? Мне просто человек понравился. Вот так. Ну, понятно. Поздравляю с началом коммерческой деятельности. Угу. Поздравляю. Аккуратно, по культуре все. Имею право. О! Вон пенсионер, участник. Ну пусть посмотрит.
Алкоголь враг, смеркаться друг. Ну я же сказал, в очередь, в очередь. На ваших глазах происходит перерождение Фомы Дракина. Этот господин решил сделать из нас своих послушных клиентов. Эксплуатируя естественные потребности организмов советских людей, он пытается запустить свою хищную жидомасонскую руку в наш трудовой карман. Не позволим! Этими попугаями нас не купишь. Предлагаю объявить ему всенародный бойкот. Родина-мать, она дает бесплатную возможность справлять нужду, не хочет, под любым кустом. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, да здравствует мир во всем мире. Это точно. Как вода, мужик? Парное молоко. А вы откуда, ребята? Из района или из области? Разговор к тебе есть. Бабки приготовил? Погоди, мужики, какие бабки? Тебя же предупреждали. Сегодня срок. А-а-а. Да нет, ребят. Со мной такие номера не пройдут. Уж больно вы умные. Работать не хотите, а деньги вам подавай. Ты хорошо подумал? Да лучше некуда. Так что ничего от меня не получите. И давайте по-хорошему. Пока и добрый. Вот так, мужики. Боб, сделай дяде больно. Больно. Самый аккурат. Я, парни, на флоте служил. Сейчас буду из вас котлеты делать. Куда?
Вот так, мужики. Куда? Куда направились, девочки хорошие? А посмотреть? Ты меня на открытие внутрь не пустил, так я сегодня посмотрю и все. Вот она вчера была, так ей так понравилось, она сегодня второй раз. Дуры! Не ругайся, это не туалет, а просто загляденье. Там разные всякие блестящие железы, и всякие места помыть можно. Да на вас же нажиться хотят, кошельки миллионами набить, а вы, дуры. Она учительница пошла, она что, дура? Она прослойка. Я скажу, дура. Прослойка, а ты народ. Пойдем и все. Пойдем. Привет, Лука! И ты пошел? Нравится? Теплое. Ваучер продал? Продал. А деньги продал? Да нет, бабка прибрала. Может, пойдешь ко мне по найму? На входе посидишь? А не обманешь? Неужели мы от таких животей? Лично я. Произошел от Адама и Евы, а вы уж точно обезьяны. Слушай, Клав, классная идея для рекламы. Давай купим. Чего здесь в витрине торчать? Дорого, наверное. Да ну, не дороже денег. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you Mr. Draken. He is a local businessman. He is the owner of the local lavatory, water closet, and now we'll try it. You're welcome. Bill, man, this is incredible. Weird. I've never seen anything like this. I know. Oh, look at this. Tiger. Hello, Polly want a cracker? Wow, what a great parrot. I had one just like that when I was little. Well, Дракин дерьмократ. Дерьму чужому рад. Но не пройдет обман трудящихся всех рад. Oh, what a poster. Look, I'll try to interpret it for you. Mr. Draken is the thief of the shot. What a strange guy. And he's so much glad to take the people's shot. This is the criticizing of the local initiative. It's really crazy, believe me. It's time to go. I'll take the bus, in the bus. We must visit some more places before. Савко! It's time to go. Иди пописать. Бесплатно пущу. Я никогда в обезьяннике не оправлялся и оправляться не буду. Скажите, девушки, подружки вашей. Клава, а посетитель-то у нас падает. И мужской, и женский. А на одном и туристе с нашими дорогами каши не сваришь. Ну, конечно. Слушай, а что, если к основному зданию с торца еще одно помещение перерубить? А зачем? А я скажу. Подожди с бельем, выключи пока. Вот смотри, помещение ставим там, бильярд, телевизор, там шашки, видео. Ну, что-то вроде мужского клуба. Бабы ж с ума сойдут. Ха, для баб тоже кое-что придумано. Вот смотри. Продал,
quality of your equipment just makes me wonder. Уровень вашего оборудования меня просто потряс. Комплексная поставка из Германии. Коммерческий банк пошел навстречу. It was shipped directly from Germany. Commercial bank make it possible to do that. А он кто? Это мистер Такамода из Японии. Он представляет японскую электронную компанию по поставке оборудования в нашу страну. Возможно, у вас будет интерес. Мистер Такамода всегда к вашим услугам. Конечно, есть интерес. Переведи ему. Мне нужен... I need... Компьютер персональный. С принтером широким, с дигитайзером и с графопостроителем. Sure, I have an interest. I would like a personal computer with a white printer, with a digitizer. Дигитайзер. С графопостроителем. With a plotter. Я до сих пор график учета посетителей от руки рисую. Imagine, I still draw the schedule of visitors by hand, manually. И это, 5 стиральных машин-автоматов. And 5 washing machines, automatics, 5 units. Are you going to set a laundry in your water closet? Вы что, хотите устроить прачечную прямо в вашем туалете? Да нет, это подарок нашим женщинам. Там будет сауна и хозяйственный блок такой. I want to make a gift for local ladies, just a laundry and a place for keeping household appliances, just a gift for local ladies. Fantastic. A little bit of capitalism in Russian back or beyond. Потрясающе. Немножко капитализма в грязном русском захолустье. Переведи-ка ему. Я патриот. Well, mister, he is a patriot. Oh, patriot. World peace. Japan, Russia. Мир, дружба. Friendship. Россия и Япония, дружба навек. Japan, Russia. Мир, дружба. Окей. Россия, скажи Япония. Окей. Окей, мистер. Окей. Приятно. Уйди с дороги. Откуда у тебя груз? Со станции. Что в тележке? Бильярд. Бильярд? Он что, бильярд в сортире хочет поставить? Зачем в сортире? К туалету прирубаться будем. Что-то вроде вечернего мужского клуба. Может, он еще и публичный дом тут откроет? Публичный не помешал бы. Закона такого нет. Да и где барышень взять? Ты свою Матрёну отпустишь? Ой, сволочи. Вы мне еще припомните. Проституция не пройдет. Лука, ты жив? Жив, жив. Где ты есть-то? Здесь. С утра сидишь, никак пропоносило. Передай Фоме, что я объявил бессрочную голодовку. Послушай, Совков, это же частная собственность. Ты чего думаешь? На тебя управа не найдется? Закон на моей стороне, Лука. Вот вызову милицию, она же тебя силой вышибет. Только попробуй. У меня бутылка с керосином. Я обольюсь с головы до ног и подожгусь. Батюшку пропустите. Ой, да пропустите, пропустите, батюшка. Раб Божий Лука. Одумайся, выйди на волю. А ты, Василий Митрич, здесь свою агитацию не разводи. Тебя Фома Дракин с потрохами купил, это всем ясно. Умру с голоду, а не выйду. Лука, отрекись от грехов своих. Обратись к Богу в молитве с покаянием. Отцу нашему Иисусу Христу, открой свое сердце. Впусти в него Господа нашего и Спасителя. Пустите, пожалуйста. Лука, это я, Мотя. А ты чего приперлась? А я тебе поесть принесла.
похлебай хоть супику. И ты с ними. Вылей свой суп Фоме за шиворот. Горячий. Ну, похлебай хоть супику. Пошла вон, дура. Засел, как заноза. Позиция. Придется брать штурмом. А если подождется? Не успеет. Плеснешь? Пошли. Ну как? Нормально. Лука, это я, Сашка Попов. А с тобой, с подкулачником, я вообще не разговариваю. У тебя бутылка с керосином в руке? В руке. Открыто? Открыто. Спички наготове? Наготове. Спокойно, Фома. Сейчас сделаем. Валяй. С лапшой, горяченькой. Ты ешь. Ешь, ешь. Ешь. Весь день не ел. Давай, давай. Цельный день голодом. Ну. Ничего, ничего. Я им еще устрою. Ну, ну, ну. Ну. Ну как? Не волнуйся, разгрузил. Анакладные. Процветает скотина. Нет, здорово. Может, с пушкой наехать. О, здоров. О, здоров. Здорово. Ну как? Нравлюсь? Пример. Как? Не жмут? Нет. Thank you.
Берегите провода! Ну что, мужики, пойдем налью. Да погоди ты. Пошли, Павлин. Сколько добра спалили вражины. А если бы вовремя конфисковать, какой бы склад под тару получился. Говорил же Зазулину. Ничего, отмоем и у конторы поставим. Вот так, Василий Дмитриевич. Дело Ленина живет и побеждает. А твоя религия как была опиум, так и осталась. Чистой воды наркотик. Господи, прости наши души грешные, ибо не ведаем, что творим. Из огня выскочила. А попугай вот сгорел. Я этих подонков из-под земли достану. Нет, сына. Пусть ими милиция занимается. А у нас с тобой дело не в проворот. Сделка была застрахована. Банк новый кредит дает. Думаю, сына, построить целую сеть платных туалетов. Охватить весь сельсовет. А может и весь район. Митя! 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 Сынок! Мама! Ой. Ну ладно, мам. Ну не плачь. Я не плачу. Но я же вернулся. Я не плачу.